بسم الله الرحمن الرحيم الله وقد الله والسمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا وقد الله أكبر. Жители микрорайона Жасканат на грани выселения. Около 20 семей не могут получить госакты на свои участки. 7 лет назад на этом месте находился поселок Бакай, но власти вероломно снесли 350 домов, а жителей назвали социальными аутсайдерами. Впоследствии далеко не всем бакайцам удалось узаконить свои постройки. Сегодня, в честь святого месяца Рамадан, жители принесли в жертву барана. Очень прошу в этот святой месяц, Ораза, хочу правительство, акимат попросить, чтобы они обратили на нас внимание. Мы с детьми ходим без квартиры, без кола люди, без двора ходят. Сколько они могут ходить? Семья строителя Турсуна Сабитова ютится в однокомнатной времянке. В планах у Сабитовых была пристройка еще одной комнаты. Но на днях пришли представители акимата и предупредили: собирайте вещи и на выселение. Недавно пришли с комиссия с УЗО там и хотят эту комнату лишить. У нас денег нету больше, чтобы где-то пойти, квартиры снять или там еще чего-то. Мы еле-еле сами добиваемся на питание тут. Вот единственное жилье у нас сейчас вот это. Мы где-то что-то над головой крыши. А скоро зима, тем более. А куда пойдем мы дальше? Макпал Тубикбаева с мужем когда-то поставили здесь двухкомнатную времянку. Жилье тут же снесли. По словам Макпал, им до сих пор не выдали ни компенсацию, ни землю. Чиновники разрушили наш дом. В данный момент мы с ребенком оказались на улице. Мы просим, чтобы наш участок узаконили. Государство говорит о демографии. Как тут увеличивать население, если сами мы, казахи, на своей земле стали бродягами? Мы на днях написали письмо в прокуратуру. Теперь ждем ответа. Если ничего не решится, если УЗО не примет решение, то будем подавать в суд. Правда, гарантий нет никаких. В любой момент сюда могут приехать бульдозеры и сравнять с землей эти постройки.